Здравствуйте, дорогие коллеги. Рад приветствовать вас на нашей сессии. Эта сессия проводится в рамках третьей международной конференции «Большие данные в образовании». И сессия имеет название «Право и этика искусственного интеллекта». Сессия проводится в нашей фиолетовой комнате. Фиолетовый, как мне подсказал Яндекс, ассоциируется с таким вопросом таинственности, и у нас действительно то, что мы обсуждаем про вопросы права и этики искусственного интеллекта, особенно в образовании, сейчас такая интересная новая тема. Для начала я хотел бы представить наших уважаемых спикеров, дабы никому не было обидно, я буду представлять их в порядке алфавитном. И первый спикер – это Иванова Арина Сергеевна. Это заведующая учебно-научной лабораторией непрерывного образования Института дистанционного образования Томского государственного университета. Также у нас подключен Квашнин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, проректор по цифровизации Московского института психоанализа. Максименкова. Здравствуйте. Максименкова Ольга Вениаминовна, кандидат технических наук, доцент Департамента программной инженерии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Потаракин Евгений Дмитриевич, доктор педагогических наук, профессор Департамента информатики, управления и технологий Института цифрового образования Московского городского педагогического университета. И Ямпольский Лев Юрьевич, профессор биологических наук Восточно-Теннессийского университета Соединенных Штатов Америки. Итак, для начала я хотел бы рассказать, что делается у нас в нашем университете, в Московском городском, по теме, так сказать, искусственного интеллекта с точки зрения юридической и с точки зрения практической. Изначально в 31 августа у нас была запущена новость о том, что Московский городской разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке ВКР и других материалов. И как принято говорить на научном языке, мы так изрядно хайпанули с этой темой. И новость собрала там по всему интернету более 80 миллионов просмотров. И действительно был такой весьма интересный взрыв, связанный с этим новостным событием. Что по факту это из себя представляло? То есть мы внесли и утвердили ученым советом положение, изменения в положении о ВКР и других работах. И фактически, ну, здесь на экране видно, в чем была суть изменений, но если говорить коротко, то мы задекларировали, что не имеем ничего против использования систем генеративного искусственного интеллекта. Единственное, мы просим студентов всегда быть уверенными в том, что информация подтверждена, дополнена и дополнена какими-то другими, более надежными источниками. Также немаловажным фактором является то, что если студент использовал информацию, сгенерированную системой искусственного интеллекта или какой-то большой языковой моделью, то мы просим вставлять и указывать эту систему в списке литературы, как это принято уже во многих научных изданиях и фактически уже становится стандартом. То есть это то, что мы делаем с такой нормативной точки зрения, и фактически сейчас, вот, когда мы участвовали последний раз на Urban Forum'е, там коллеги дали пример того, что как это видится, в принципе, вот использование генеративных моделей. Там была аналогия с фильмом «Интерстеллар», когда вот эта вот большая гигантская волна, которая на героя фильма летела, и она захлестнула всю планету. Собственно, то же самое происходит и с системой искусственного интеллекта в образовании. И вот как она захлестнет, будете ли вы наверху этой волны или будете там где-нибудь внизу, мы для себя в университете приняли решение, что нужно не запрещать студентам то, что мы запретить в принципе не в состоянии, а наоборот учить их использовать новые современные инструменты. И здесь я коротко расскажу еще про то, что у нас на текущий момент в разработке находится такой чат-бот, который позволяет с подключением одной из GPT-моделей, мы его обучаем на основе наших данных разных образовательных программ, и мы хотим, чтобы он стал таким электронным тьютором. Это по аналогии с тем, как сейчас делается в Академии Кана. То есть
погруженный в контекст нашей работы чат-бот, к которому студенты могут обратиться 24 часа в сутки и получить что-либо внятное. И по ходу мы будем отслеживать, каким образом у нас эти результаты обращений чат-ботом будут фиксироваться, и по разным типам данных будем собирать ту или иную аналитику. Вот здесь последний слайд моей презентации. Для старта я показал, какие данные мы собираем. Часть данных собирается, так сказать, в активном виде. Это то, что студент, например, выкладывает в системе LMS. Это эссе, это презентации, еще что-то. Часть мы делаем записи из совещаний по ВКС, занятий по ВКС, и либо из умных аудиторий. А также мы фиксируем пассивные следы. Это то, с каких устройств люди заходили, откуда, как они посещали, в принципе, здание университета. И, исходя из всего этого, мы хотим давать обратную связь педагогам и самим студентам, дабы улучшить качество образования. То есть, еще раз повторюсь, на наш взгляд, невозможно остановить применение искусственного интеллекта, и в том числе больших языковых моделей, поэтому, так сказать, этот процесс надо возглавить и действительно начать работать со студентами, показывать им современные технологии и учить студентов ими пользоваться. Потому что, согласно там, многим последним исследованиям, вероятно, искусственный интеллект в ближайшее время не заменит там, человека, но люди, которые используют искусственный интеллект, вероятно, заменят тех, кто этого не делает. У меня для затравки все. Спасибо. Я готов передать слово нашему первому спикеру Арине Сергеевне. Пожалуйста. Так, пока Арина Сергеевна запускает, я, если можно, озвучу тему ее выступления. Это отношение студентов к использованию инструментов с искусственным интеллектом в университете на базе Томского городского университета. Да. Здравствуйте, коллеги. Скажите, видно ли презентацию? Получилось ли у меня все? Получилось. У вас все получилось. Отлично. Да, но я сейчас... Наверное, получается, буду немного подтверждать тезис о том, что использование студентами технологий с искусственным интеллектом не остановить. Мой доклад как раз на тему отношения студентов к использованию. Данные мы получали социологическими методами тут с помощью опроса. Вообще это исследование у нас реализуется в рамках проекта Института дистанционного образования, который направлен на изучение отношения как студентов, так и преподавателей университета к использованию искусственного интеллекта, чтобы в дальнейшем мы уже как раз могли определить оптимальные способы конструктивного использования и студентами, и преподавателями, вот то как раз, о чем до этого говорили. Итак, а теперь уже подробнее о некоторых результатах исследования, об отношении студентов к использованию искусственного интеллекта. И в том числе постараюсь осветить некоторые этические аспекты, которые связаны с этим отношением. Выборка исследования у нас состояла из студентов Томского государственного университета. На данный момент, вы можете видеть, да, это почти 1500 студентов ответили. При общей генеральной совокупности около 15000 у нас контингент. И выборка тут, как вы видите, разделена, да, на студентов первого курса. Это те, кто был вчерашние школьники и только поступили к нам, и те, которые уже отучились, да, и в прошлом семестре столкнулись так или иначе с использованием искусственного интеллекта. И мы тут смотрели, есть ли у них различия, да, в отношениях, и действительно они есть, и далее я об этом скажу. Итак, для начала хотела рассказать о том вообще, какой опыт есть использования у студентов этого самого искусственного интеллекта, инструментов с искусственным интеллектом, и какие планы на дальнейшее использование. И вот здесь прошу обратить внимание, да, на диаграмму, которая показывает регулярность использования инструментов для выполнения учебных задач. И здесь мы видим, что более 50% студентов так или иначе используют инструменты для выполнения учебных задач. И
Причем 28%, да, из них используют инструменты для выполнения учебных задач чаще, чем в 2 раза в месяц. И также, если посмотреть на планы студентов, планируют ли они продолжать это делать, и если кто-то не использовал, будет ли подключаться, то мы здесь видим уже рост, как раз прирост показателей, да, что примерно 62% планируют или скорее планируют использовать искусственный интеллект в университете во время обучения в университете. И тогда мы спросили у студентов, да, для какой деятельности студенты планируют использовать. И по цифрам мы видим, что как раз ну, большинство из тех, кто так или иначе планирует использовать учебный искусственный интеллект в своей деятельности, они планируют как раз использовать и в учебной деятельности. Это такой самый большой пул ответов относится именно к этой категории. И уже непосредственно перейду к отношению студентов к инструментам с искусственным интеллектом. Итак, в целом мы спрашивали, как, на взгляд студентов, отразится развитие искусственного интеллекта на обучение в ВУЗе. И как мы видим, что большинство студентов, как студенты первого, так и студенты более старших курсов, относятся позитивно. Но при этом второй курс и выше, более опытные студенты, с большим скепсисом здесь относятся, часть из них затрудняется ответить. И также в связи с историей, да, которую уже осветили, про разрешение МГПУ использовать искусственный интеллект, в том числе для подготовки ВКР, мы решили поинтересоваться у студентов, как они будут к этому относиться. И тут действительно тоже по цифрам мы видим, что большинство из них позитивно и готовы использовать искусственный интеллект, и каким-то образом по этим данным мы можем понимать, что в принципе он входит, ну, по крайней мере для студентов, в норму обучения, да, потому что большинство как-то готовы либо рассматривают эту возможность. Что касается других аспектов, связанных с искусственным интеллектом, здесь хотелось бы затронуть тему уверенности в точности и надежности инструментов при привлечении их для помощи к учебным задачам. Здесь мы видим, что студенты уже не так категорично, да, уверены в точности и надежности инструментов и действительно готовы перепроверять информацию, действительно готовы производить тот самый факт-чекинг, но при этом с точки зрения этики, на наш взгляд, здесь важно понимать, что экспериментальные исследования показывают, что в условиях неопределенности и дефицита времени у людей вообще возникает сверхдоверие к системам искусственного интеллекта и роботам, и люди склонны больше доверять себе, системе, чем себе в этом смысле. И причем доверие к искусственному интеллекту возрастает, если программа комментирует свои действия, а вот генеративный искусственный интеллект — это как раз тот инструмент, который коммуницирует и комментирует и может, ну, обратную связь давать. И вот здесь, мне кажется, нам как с точки зрения методологии важно предусматривать эти риски в дальнейшем. И также мы спрашивали о беспокойстве студентов, о потенциальных рисках, да, безопасности, насколько вообще они испытывают неуверенность, да, в том, чтобы открывать свои данные, в том числе через использование искусственного интеллекта. И тут действительно большинство респондентов обеспокоены этим вопросом. Еще один аспект, который мы постарались уточнить, точнее, уточняли в рамках исследования студентов, это то, для каких задач они, по их мнению, они могли бы использовать искусственный интеллект без снижения качества образования, без потери качества образования. Такие интересные результаты.
И здесь важно отметить, что студенты, да, самые такие непопулярные ответы, что студенты считают, что если они будут использовать искусственный интеллект для работы с формулами, для написания творческой части текста, для написания научно-исследовательской части текста, написания основной части текста и кода при выполнении заданий. В этом случае студенты, ну, в большинстве своем считают, что они все-таки будут терять в качестве образования, и пока они нацелены на то, чтобы самостоятельно выполнять, да, эти работы и уже на такие более технические задачи отводят, так скажем, выполнять искусственным интеллектом. И также мы рассмотрели такую этическую ситуацию, связанную с неравенством, академическим неравенством, которое у нас возникает в результате распространения, да, использования искусственного интеллекта. Ситуация была следующая. Предлагали студентам представить, что сделали задание самостоятельно, а одногруппники использовали искусственный интеллект для выполнения задания без значимых корректировок. При этом преподаватель в обоих случаях реагирует одинаково. И мы спрашивали у студентов, как они относятся к этой ситуации. И здесь большинство, да, ответило, что скорее нейтрально или нейтрально относится. Но, однако, в других вопросах мы также выясняли как раз случаи, когда преподаватели подозревали или не подозревали, да, о выполнении студентами заданий с помощью искусственного интеллекта. И вот студенты ответили, что преподаватели в 45 случаях не догадывались об использовании студентом искусственного интеллекта, но зато в 6% случаев студенты рассказали, что подозрения у преподавателя были в тех, даже когда самостоятельное было выполнение работы. И это нам указывает на обострение ситуации академического неравенства, которое тоже, возможно, надо рассматривать, да, как некоторую такую этическую проблему. И, ну, такой последний слайд, да, мы еще также спрашивали о приемлемости использования преподавателями искусственного интеллекта в работе с точки зрения студентов. И здесь студенты, тоже большинство студентов отметило, что приемлемо или скорее приемлемо использовать искусственный интеллект преподавателю при подготовке к занятиям, при подготовке лекций, разработке заданий и так далее. И вот в заключение, да, хотелось бы сказать, что вот по предварительным результатам исследования мы как-то прогнозируем, что, скорее всего, столкнемся с разрывом и противоречием, что, с одной стороны, можно по данным заметить, что инициативность студентов есть и открытость к новому опыту, они хотят, планируют использовать искусственный интеллект, с другой стороны, есть преподавательское исследование, только начинается, но у нас есть уже наметки, что есть некоторый консерватизм среди преподавателей в отношении применения новых технологий. Это может приводить к увеличению разрыва между ними. И на наш взгляд, искусственный интеллект обладает потенциалом для улучшения образовательного процесса, конечно, но он также содержит угрозы для привычной модели реализации. Поэтому сейчас, мне кажется, нам всем важно было бы договориться, да, и, может быть, подумать над тем, как мы планируем реструктуризировать, да, образование в связи с вот этими новыми вызовами, рисками, угрозами и возможностями, которые несет использование искусственного интеллекта. Вот, на этом у меня все. Мы готовы, если что, к сотрудничеству в этой теме. Спасибо огромное, Арина Сергеевна. Да, очень интересно. А опрос выполнялся анонимно или не анонимно? Да, опрос был анонимным через систему Moodle, но как анонимный опросник он реализовывался. Угу. Было бы интересно сравнить результаты анонимного и неанонимного опроса так на будущее. Спасибо, да, здорово. Потом, может быть, вернемся также к опросу студентов. Ну вот вы упомянули в докладе о том, что нам всем важно договориться.
И вот как раз о том, как люди договаривались, но не в университетской среде, а в некоторой другой, я хотел бы передать слово Льву Юрьевичу, который расскажет нам об этом, о примере договора. Да, хорошо, спасибо. Давайте я скажу два слова о том, что происходит в университете, в котором я служу профессором. У нас мы гораздо менее продвинутые, мы ничего такого не разрешаем. Ни при выполнении дипломных работ, ни при выполнении домашних заданий. Наоборот, мы подчеркиваем, что пока что мы приравниваем использование искусственного интеллекта к плагиату, что, конечно, в академической среде строго запрещается. Я не знаю, как относиться к такой политике. С одной стороны, ведь одна из задач университетского образования – это научить студента не просто переваривать информацию, но создавать внятный, связанный текст. И поэтому аргументы о том, что, ну, послушайте, какая разница, использует ли человек чат GPT или использует человек поиск в Гугле или поиск в Википедии. И то, и другое – это разные способы поиска информации, только чат GPT еще к тому же представит эту информацию в виде связанного текста. Это инструмент, им надо пользоваться. Но есть, конечно, дьявольская разница. Когда мы читаем, когда мы находим информацию в Википедии, там, как правило, присутствуют ссылки на надежные источники. Когда мы делаем поиск в Гугле или в Яндексе, мы понимаем, что то, что найдено, это всего лишь информация. Опять же, в каждом случае есть ссылка на источник информации. Информация к размышлению, на основании которой можно написать текст. Когда мы используем искусственный интеллект, мы получаем готовый текст. И тут возникает три проблемы. Две проблемы, связанные с плагиатом, и одна проблема, связанная с неточностью информации, с галлюцинациями. Давайте обратим внимание, что с плагиатом есть две разные проблемы. Одна проблема состоит в том, что студенту дали задание написать связанный текст. Он этого не сделал, получил текст от чат GPT, представил его в качестве домашнего задания или курсовой работы, выдав фактически за свой. И даже если он представил, включил чат GPT в список используемых ресурсов, это все равно не отменяет того факта, что он должен был написать текст сам, и он его не написал. А второй вопрос, связанный с плагиатом, состоит в том, что чат GPT и подобные ресурсы никаких ссылок на свои источники информации не вставляет. А когда вставляет, то очень часто вставляет ссылки, абсолютно не имеющие ничего с реальностью. Если чат GPT открытым текстом попросить, пожалуйста, снабдите ваш то, что вы мне говорите, ссылками на исходную информацию. Примерно больше, чем в половине случаев, эти ссылки будут абсолютно просто выдуманы от начала до конца. Между тем, это, естественно, чат GPT какой-то информацией пользовался, то, на чем ее натренировали. И и получается, что эта информация вполне возможно была под копирайтом в том или ином виде, авторы ее легально владеют и совершенно не давали никому
никому разрешения на ее использование даже в образовательных целях, не говоря уж о том, что в каких-либо коммерческих целях. Вот. Поэтому проблемы, конечно, есть. Противники этой точки зрения говорят, ну, послушайте, ведь мы же когда-то, два поколения назад, очень боялись, что боялись калькуляторов в школе, что дети разучатся считать. Ну, поздравляю вас, дети разучились считать. Конечно, всех, так сказать, научают считать, умножать и делить в столбик, но реально это навык, который никому не нужен. И я помню, что когда я был школьником, то нам говорили, калькуляторы тогда были новшеством. Не у всех были калькуляторы. Стоили они дорого. И учителя нам говорили, ну, у вас же не каждый момент времени будет в кармане калькулятор. Ну, опять же, поздравляю, у нас уже целое поколение, как у каждого в кармане всегда есть калькулятор. Он же фотоаппарат, компьютер, ну, заодно и телефон. Да? И, может быть, нам не нужно, чтобы выпускники университетов умели написать связанный текст? Раз есть новый инструмент, который это позволяет делать. И я не знаю, как возразить на это. То, о чем я хотел вам рассказать, я никакой формальной презентации не подготовил, но просто очень уж пришлось по времени. Буквально 3 недели назад эта история закончилась. Я думаю, что эта история войдет в... Этот эпизод войдет в учебники истории, потому что, насколько я знаю, это первый случай, когда произошла забастовка живых людей из мяса и костей с целью предотвратить замещение самих себя искусственным интеллектом. Это произошло на следующей платформе. Давайте я пошерю. Пошерю экран. Сейчас. Вроде бы. Так, вчера у меня получалось шерить без каких-либо проблем. А теперь я не вижу, что именно я хочу пошерить. Одну секунду, извините, пожалуйста. Почему-то мне предлагают пошерить целую кучу открытых PowerPoint'ов и... Если вы скажете ресурс, адрес, я могу открыть у себя. Ну, давайте я скажу, я его в чате скажу, действительно. Uh-huh. А тем временем я пойму, как это сделать. Так, чат. Uh-huh. Type a message. Так, вот это один линк. Это... Первый сайт – это рассказ про начало забастовки, а второй сайт – это про то, о чем они договорились. Так, значит, я их прислал в чате. Угу, открываю. Так, первый. Хорошо. Да, отлично. Давайте тогда я не буду выяснять, как мне пошерить. Почему-то мне Teams не предложил пошерить... экран. Да, это вопиющая дерзость с его стороны. Да, я не понимаю. Нет, это наверное, с моей стороны я что-то не понимаю, но... Угу. Да. Хорошо. Значит, все это происходило на платформе, которая называется Stack Exchange. Я не знаю, насколько она популярна в России, насколько... Она активно используется. Это платформа, которая была создана для вопросов и ответов в академической среде. Началось все это с программистских вопросов и ответов. Вот что-то не работает, как сделать, чтобы, так сказать, как пропатчить BSD под Linux. Да? И потом это расширилось в математические вопросы, биологические, социологические, какие угодно. Я хочу сказать два слова, что в адресе написано слово мета.
тут не надо полагать, что эта платформа принадлежит материнской компании Facebook, которая, как вы знаете, в России объявлена экстремистской организацией. Мы не должны об этом делать сообщения, потому что в данном случае это никакого отношения к Facebook иметь и не имеет. Это просто у них обсуждение вопросов, которые связаны с деятельностью самой платформы, происходит в подразделе, который называется мета, ну, как бы там, рядом, да, значит, о самих себе. Значит, это очень полезный ресурс, в принципе, в отличие от других ресурсов, я сам был, довольно много отвечал на вопросы в другом ресурсе, который называется Quora, но Quora имеет целый ряд недостатков. В ней совершенно не модерируются вопросы, которые представляют собой явные попытки совершить значит, академический мискондакт, а именно явные вопросы с домашним заданием, решите мне вот эту задачу для домашнего задания, или даже прямо заданные с экзамена, в надежде, что кто-нибудь быстренько ответит. Иногда на экзаменах разрешаются пользоваться компьютерами, интернетом. Вот. Но, естественно, не разрешается получать помощь. Stack Exchange хорош тем, что там действительно хорошо модерировались и вопросы, и ответы, так, чтобы там не было очень конкретных вопросов, вот решите мне, пожалуйста, эту задачу по программистскую или по генетике или что угодно, а обсуждались реальные вопросы. Некоторое время назад руководство, создатели платформы имели в качестве правил своей деятельности политику, которая состояла в том, что никакой искусственный интеллект на вопросы отвечать права не имел, и модераторы должны были только лишь на том основании, что ответ написан чат-GPT или чем-нибудь подобным, этот ответ удалять. В июне этого года политика владельцев платформы изменилась. И они прямо противоположны. И единственный случай, когда ответ написанный чат-GPT должен был быть удален, это если он содержал явную и очевидную галлюцинацию. Да? То есть, когда чат-GPT пишет что-то очень уверенным тоном, совершенно безапелляционным способом, сообщает что-то, не имеющее ничего с реальностью. Что происходит там, примерно в половине случаев, в зависимости от того, насколько сложный запрос вы ей пошлете. Модераторы, авторы, пишущие для сайта, отвечающие на вопросы, модерирующие ответы, устроили забастовку. Они сообщили руководству компании, что они прекращают отвечать на вопросы, модерировать ответы, запускать автоматические скрипты, которые фильтруют, например, спам и так далее. Забастовка длилась 3 месяца, и в конце августа произошли переговоры между добровольцами и добровольцами и администрацией ресурса, и решение было изменено. И теперь модераторы вправе по ряду, по одному сильному или нескольким слабым указаниям, что ответ, может быть, был написан искусственным интеллектом, этот ответ удалять без проверки того, что содержит ли он галлюцинации или нет. Не разглашается, каким образом они именно создают эти флаги, сильные или слабые указания на происхождение ответа от искусственного интеллекта. Но, видимо, у них есть какие-то... Ну, не разглашаются по понятным причинам, для того, чтобы чат-GPT не научился обходить эти индикаторы.
То есть, как видите, в образовательном ресурсе, не вполне имеющем отношение непосредственно к образованию, он не аффилирован ни с каким университетом и так далее, но вполне академический по содержанию. Подход, в общем, гораздо более консервативный. Да, это интересно. Очень интересная позиция. Мне кажется, что, может быть, эта история еще не закончилась, и в будущем они опять будут пересматривать политики. Будем наблюдать, как говорится. Спасибо большое, Лев Юрьевич. Тогда двигаемся дальше. Я бы хотел вернуться со Stack Exchange обратно к нашим университетам и передать слово Александру Юрьевичу, Московский институт психоанализа, который поведает нам, как искусственный интеллект помогает преподавателю. Или помогает, или делает все за него. Да, коллеги, добрый день. На самом деле дискуссия даже вот по тому, что мы говорим, она очень интересна и многообразна. Видно мой экран, да? Да. Отлично. Итак, тема выступления «Цифровой помощник преподавателя вместе, а не вместо». Расскажу чуть больше фактов про Московский институт психоанализа, почему мы этим занимаемся, почему мы сюда влезаем и почему мы понимаем, что если мы не будем этим заниматься, то, наверное, мы что-то потеряем. Московский институт психоанализа, несмотря на свое название, имеет ряд каких-то характеристик с точки зрения цифровизации, которые характеризуют нас как одними из больших игроков именно на цифровом пространстве в области образования. У нас IT-компания своя, мы наша LMS-система в реестре Минцифры, мы лауреаты премии «Цифровые вершины» в области LMS, мы взяли 2 гранта в области применения искусственного интеллекта и сейчас еще одну заявку рассматриваем. У нас с точки зрения там контента и массовые открытые онлайн-курсы представлены на разных площадках. Ну и в целом, вот на этом слайде, чтобы было понятно и в цифрах, когда мы говорим LMS, то есть фактически у каждого университета это требования, да, которые говорят о наличии электронной информационно-образовательной среды. Здесь короткие циферки относительно того, сколько у нас пользователей вообще на платформе и что они делают. Ну, то есть статистика с 1 января этого года и количество визитов там почти 1 700 000. По трафику можно понимать, куда и как и люди заходят, потому что у нас платформа является как раз единой точкой входа для наших студентов и слушателей. И студенты и слушатели, я специально пишу, что учатся в цифре, это с разными форматами обучения, но так или иначе у них единый вход через платформу. Так вот, вроде бы бэкграунд неплохой, мы понимаем, что много людей к нам приходит, мы тратим много ресурсов на развитие образовательного контента, создаем его, модернизируем, что-то делаем. И нам, как кажется, наверное, да, но, возможно, это наши галлюцинации, мы примерно понимаем, а что они там делают. Ну, то есть мы же как-то встроим эту траекторию, нас выбирают, с каждым годом нас выбирают все больше. А тут искусственный интеллект, а тут развитие технологий, а тут понимание того, что в том числе, возможно, и парадигма образования через цифру тоже довольно сильно изменится. При этом, с точки зрения массовости, мы понимаем, что не только контента, да, и с точки зрения синхронных занятий, у нас более 1000 онлайн занятий ежемесячно. То есть мы там более 10 000 занятий ежегодно, и это только на платформе Webinar.ru. У нас есть еще другие системы ВКС, которые мы по-прежнему используем и находим возможности их использования, потому что здесь мы, наверное, находимся в такой очень интересной ситуации. Мы, с одной стороны, образовательная организация, с другой стороны, у нас практически нет бюджетных мест, но там все ДПО, это все платное ДПО, а с точки зрения там бюджета на вышку, ну там 25 или 50 бюджетных мест, вы понимаете, что в масштабе 9 000 студентов это ни о чем. То есть люди приходят с запросом, приходят с пониманием того, чему они хотят учиться и как это должно быть представлено. Поэтому мы здесь находимся в конкурентном рынке и с точки зрения там бизнес-образования в том числе. Но когда мы говорим про то, что мы что-то знаем, мы знаем, как у студента нас учатся, мы знаем, как строить образовательную траекторию, то сейчас вот на слайдах увидите несколько таких вопросов, на которые, мне кажется, любая образовательная организация должна себе отвечать честно. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что мы точно знаем, как учатся наши студенты, не о том, какие материалы и почему мы размещаем, а о том, какими метриками мы это измеряем, какой портрет нашего студента, какие действия он осуществляет, какую мы аналитику реально подключаем,
какая вовлеченность у нас собирается по студентам и какой запрос на самом деле у каждого студента есть на тот контент, который мы представляем в цифровой среде. И вот даже те реплики, которые были чуть выше по поводу искусственного интеллекта, вопрос же не только в запретить или разрешить, а вопрос в том, что студенты понимают, что они, даже если сегодня это не используют, завтра они хотят это использовать. И как это изменит вообще отношение к верификации того, что называется сформированностью компетенции. А когда мы говорим там про цифру, я думаю, что те образовательные организации, которые многие программы реализуют в цифре, они понимают, что любое задание, которое вы будете формировать не просто в формате там, теста, пусть адаптивного, интерактивного, а который требует проверки со стороны преподавателей, как только вы переходите к истории масштабирования, вы понимаете, что растут те самые косты. То есть, ну, во-первых, надо найти такое количество преподавателей, которые готовы экспертную оценку дать и действительно проверять работы. А второе, а если эти работы будет писать уже не сам студент, вот эти возросшие траты, они вообще оправданы? Оно вообще какое место имеет внутри? Соответственно, второй вопрос, который возникает, мне кажется, там последние лет 6-7 мы все активно говорим про построение индивидуальных траекторий, мейджоры, майноры, выбор факультативов, оценку их. Но так или иначе, мы понимаем, вот честно говоря, мы понимаем, что разработанный образовательный контент по какой-то дисциплине, он все равно довольно долгое время в условиях текущего мира находится статичным. Мы его записали, мы его разместили, мы его создали, мы что-то с ним сделали. А при этом, насколько мы его адаптируем под те потребности, под тот портрет целевой аудитории, который завтра к нам приходит. И опять же, может ли тут искусственный интеллект нам помочь? Ведь мы же сейчас говорим не только про то, что нейросеть и искусственный интеллект может помочь студенту или навредить студенту. А может ли он помочь образовательной организации с тем, как модернизировать тот контент, который есть, который представлен в каком-то виде, когда лектор просто выступает на вебинаре, можно ли это переложить в некий конспект лекции так, чтобы семантическое ядро тоже было сформировано. И когда мы опять же говорим про большой масштаб, мы про реализацию там, 60 образовательных программ в цифре, то создание контента – это либо резкий рост самой команды, либо вы понимаете, что вы создаете определенное количество дисциплин, контента по дисциплинам, и при этом все равно какой-то контент находится в режиме статики, а не динамики. При этом, опять же, ключевой момент. Мы разрабатываем контент, а какие действия преподавателя внутри подразумеваются? Потому что для студента он привык прямо здесь и сейчас получить ответ на свой запрос. В чем в том числе там GigaChat, ChatGPT и другие нейросетки-то выигрывают? У нас у всех, у людей выигрывают. Что студент сформировал свой запрос и получил ответ. Может быть, экспертность этого ответа недостаточно высокая, но он его получил прямо здесь и сейчас. Ему не надо ждать, когда кто-то придет и даст ему этот ответ. Вот этот вопрос, я думаю, сейчас будет во главе угла для всех институтов, университетов и, в принципе, образовательных организаций, которые что-то используют через цифровую платформу. А как оценить реально сформированность компетенций? Да, мы говорим про то, что есть там некие тесты. При этом давно уже все говорят про таксономию Блума, что тесты не могут выше второго уровня показать сформированность той или иной компетенции. Есть задания, которые проверяют преподаватель, но я уже говорил про сложность масштабирования. При этом надо понимать, как построена сама дисциплина, и здесь, насколько та же нейросетка научится решать те кейсы, которые мы предлагаем, даже если мы их предлагаем там в ряде дисциплин. Какая при этом нагрузка преподавателя остается, и какие действия студента происходят. Какой тот самый отклик между выполнением задания студента и проверкой, то есть результатом работы, при этом не просто в форме некой оценки 3, 4, 5, но именно содержательного комментария того, что необходимо студенту для того, чтобы прогрессировать в выполнении того или иного задания. Как мы при этом действительно обеспечиваем адаптацию программы? Мы много можем говорить про вариативность, но это все равно определенный набор каких-то там дисциплин, курсов, да, даже если связаны через сформированность компетенции. Насколько мы понимаем, какой запрос у студента, у слушателя возникает прямо здесь и сейчас? И насколько мы этот запрос удовлетворяем? Или говорим про то, что, знаете, как бы образовательные организации высшего образования, они все-таки имеют некий вот пласт, фундаментальный пласт образовательной программы, а все, что у студента возникает как запрос, образовательный запрос, это находится в некой другой парадигме, в некой другой плоскости.
Поэтому здесь тоже ключевой момент. Может ли ИИ, может ли нейросетка, если мы ее обучим, собирать некое семантическое ядро, помогать через ответы на те образовательные запросы, которые возникают. И кто при этом несет ответственность? Я думаю, что да, вот слово «этика искусственного интеллекта», оно, наверное, ключевое. А кто за что отвечает и насколько это будет релевантный ответ? Как мы при этом, несмотря на то, что мы все говорим «цифровой мир», защищаем преподавателя от выгорания, все говорят про студентоцентричность, про то, что образовательные программы должны быть прежде всего направлены на нашего студента. Но преподаватель, у которого возрастает число этой коммуникации и должно сокращаться время ответа на тот или иной запрос, который возникает у студента, как мы его на самом деле защищаем? Может ли здесь нейросетка, может ли здесь искусственный интеллект быть каким-то первичным барьером между студентом и преподавателем, чтобы запросы, которые имеют какой-то структурированный характер, который какой-то понятный и понятную структуру, и понятную форму, ответы на эти вопросы давал не преподаватель. Тем самым мы преподаватель выводим в дополнительную, более верхнеуровневую экспертную историю. Он становится ментором и помощником в более сложных вопросах, а более простые мы раскладываем и понимаем, что их мы можем решить, при этом, опять же, не замыкаясь в то, что студент должен вот именно определенным образом сформировать запрос, только на такие запросы сможет отвечать нейросетка. Насколько мы к этому готовы? Думая над этими всеми вопросами, мы понимали, что у нас есть, правда, большое проблемное поле, что мы далеко не все понимаем, как действует студент, несмотря на большую аналитику, что его привлекает, зачем он учится, к каким результатам он хочет прийти и насколько мы под это адаптируемся. Соответственно, первую задачу, которую мы решаем, и мы ее в этом семестре уже решаем, у нас есть дисциплина, которая называется общепсихологический практикум. И там на самом деле она длится 2 семестра. Там 15 лабораторных работ, и каждая лабораторная работа еще включает 2-3 исследования, которые делает студент. И, соответственно, количество студентов, которые проходят этот общий психологический практикум, это единая такая дисциплина по бакалаврам, которые заходят на разные профили, на 37-03-01, их 800 человек. Мы сейчас понимаем, что по самой дисциплине есть сложности с восприятием. С одной стороны, преподаватель понимает, что есть определенные рамки проверки этой работы, с другой стороны, студент в течение семестра не имеет возможности отрабатывать те лабораторные, которые он выполняет. Вот есть конец семестра, есть понимание загрузки итоговой дисциплины, и потом некая результативность от преподавателя, которая также может иметь отложенный эффект, когда он видит, что его работа проверена там, через 2-3 недели. Плюс студенты, которые отвалились, восстановились, наоборот, встраиваются в траекторию с таким индивидуальным учебным планом. Для них вообще как бы история очень размытая с точки зрения сроков. Мы подумали, можно ли структурировать весь материал, который есть, и насколько нейросетку можно хотя бы на уровне первичной оценки по определенным параметрам обучить так, чтобы она давала обратную связь. Соответственно, мы плотно поработали с автором, с преподавателем, который проверяет эти работы. Мы категоризировали всю этапность исследования, но помимо там, определенных параметров, которые существуют внутри, есть еще взаимосвязанные элементы. То есть мы понимаем, когда есть логическое несоответствие, есть ошибки, которые являются критическими при оценке, которые являются некритическими, которые являются накопительными через все лабораторные работы и так далее. То есть здесь мы там, за 3-4 месяца нейросетку довольно хорошо обучили, прогнали, и вот сейчас в осеннем семестре уже в полный пилот для всех студентов ее запускаем и смотрим, на самом деле для нас несколько гипотез, которые надо проверить. Первое, соответственно, что мы хотим проверить, мы хотим понять, мы точно поняли, что нейросетка не устает, в отличие от преподавателей, потому что когда преподаватель получает большое количество работ, по объему комментариев мы понимаем, что от первой работы к последней работе объем комментариев сокращается, детализация сокращается, и таким образом студенты, которые загружают позже работы, они получают менее подробный, менее структурированный и менее качественный ответ от преподавателя. Мы, соответственно, понимаем, что напрямую сейчас мы не можем сделать так, что именно нейросетка выставляет итоговую оценку. Нейросетка будет указывать ошибки, выставлять рекомендуемую оценку, которую будет видеть преподаватель, и нейросетка в любой момент семестра
будет возвращать работу студенту, если он набирает недостаточное количество баллов, которые для того, чтобы работа в принципе была оценена преподавателем. То есть есть некие отсекающие факторы, раз. И второе, есть некие факторы, которые показывают, какое ориентировочное количество баллов он может получить прямо здесь сейчас. Мы для себя хотим проверить гипотезу, насколько студент перестроится их паттерны поведения, и на какое количество студентов будет загружать лабораторки по одной, по две, по три, по пять в течение семестра для того, чтобы к итоговому результату прийти, соответственно, более подготовленным и примерно понимать, какую оценку выставляет сам преподаватель. Мы хотим посмотреть отклонения, будут ли отклонения в оценках между преподавателем и нейросеткой. И мы хотим, соответственно, на первом этапе посмотреть, насколько нейросетка действительно видит то, что мы заложили в логику, в связи, которые есть при проверке всех работ, которые есть. Это первый большой кейс, который мы уже прямо здесь сейчас запускаем. Второй кейс, он связан с контентом в целом. И если мы с вами сейчас говорили про то, что студент может или не может использовать различные технологии искусственного интеллекта для написания работ, то мы пошли и тоже посмотрели на данную возможность, только уже со стороны образовательной организации. Когда мы разрабатываем контент, очень часто возникает история, что не все преподаватели, там, записывая видеолекцию или размещая какой-то материал... Александр, прошу прощения, тайминг у нас. Да, вот финальный слайд. Да, соответственно, могут четко понять, а как упаковать текст для того, чтобы он был читаемым со стороны студента. Очень много научных текстов, очень много сложных формулировок или, опять же, формулировок, которые заложены там в РПД, они не студентоцентричны вот здесь. И мы как раз ИИшку вот здесь сейчас обучаем и протаскиваем через нее разные тексты, которые можно адаптировать для студента. Ну и плюс разные возможности, и не могу пока сказать, что прям большие успехи есть, когда есть проведенное занятие, чтобы его переложить, в разные форматы, видео, текст, аудио, и, из него сделать некий конспект лекции, который тоже можно приводить в формат того, что постоянный контент будет адаптироваться и меняться по итогам каждой лекции, потому что преподаватель-то свои лекции может адаптировать, а если контент статичен на платформе, то он будет зафиксирован. Собственно, вот на этом все. Постарался быстро рассказать, что у нас есть. Да, спасибо. Александр, спасибо. Очень интересно понаблюдать, что же в итоге выйдет. И мне понравилось тезис, что искусственный интеллект не устает. Пока не устает, посмотрим, вдруг устанет. Итак, у нас категорически плохо все со временем, но я надеюсь, что мы все успеем. Передаю слово Евгению Дмитриевичу Потаракину. Расскажите нам что-нибудь про искусственный интеллект. Я могу такое историческое эссе про это быстро сделать, времени у нас совсем мало, но я скинул ссылку на площадку и на саму презентацию. Это Wiki-платформа, и, собственно говоря, название отражает то, что хочу рассказать. Это отношение к искусственному интеллекту как к новому средству создания микромиров и отсылка к тому, что не новая это совсем история, а началась она... В конце 60-х годов в книжке Минского и Пейперта про перцептроны и про искусственный интеллект. И вот там в какой-то момент произошел этот щелчок в голове у Пейперта, когда он подумал, что задача искусственного интеллекта и вообще задача цифровых сред не в том, чтобы контролировать ученика и показывать ему, что делать, а в том, чтобы создать ситуацию, когда он создает некие продукты собственной деятельности при помощи цифровых инструментов. И это привело к созданию языколога и кучи других последователей микромиров. Можно у нас тут будет эту историю посмотреть, подвигать, использовать в качестве такого интерактивного эссе. И таких микромиров было сделано много. Я здесь только подчеркиваю, что мы всегда можем в них посмотреть, потрогать, поизменять. И это важно, потому что для учеников, потому что они создают вещи, которые тоже могут потом быть, во-первых, повторно использованы, а во-вторых, с ними можно интересно играть. И какое-то время мы радостно наслаждались тем, что позволяли нам делать цифровые среды, думая о том, что в
принципе, мы создали учебные ситуации, когда ученики могут их создавать. Но оказалось, что не совсем так просто, что приходит искусственный интеллект и начинает это делать не хуже, чем наши ученики. И мы пособирали такие возможности для современных микромиров, а потом здесь у меня приведено несколько примеров того, что может он делать, а раньше мы думали, что это необходимо для творческих способностей. Написать код программы на разном языке, создать граф, который будет представлять поведение роботов, написать саму программу за робота, формулы химических элементов и их соединения, иллюстрации к разного рода мирам и к разного рода играм. И основной тезис, который здесь звучит у меня, я его кратко озвучу, что в принципе эта возможность по-прежнему обращаться к искусственному разуму и к компьютерным программам со словами «сделай мне это, я могу тебе рассказать как». Но теперь это, похоже, звучит так «сделай мне это и разберись в тех словах, которые я тебе говорю». Вот если Лев сегодня про это говорил, да, что нужно было грамотно писать и умение грамотно писать по отношению к людям. Но точно так же нужно было уметь грамотно писать код, чтобы тебя понял компьютер. Похоже, что сейчас мы можем говорить ему какие-то разные невнятные слова и предложения, а он все равно, исходя из того, что он знает, как правильно нас понимать, будет из этого создавать новые интересные микромиры. И это ужасно интересная ситуация. На этом остановлюсь. Евгений Дмитриевич, спасибо огромное за такой лаконичный, но интересный рассказ. Спасибо. А вот для понимания, микромир и метавселенная, они как-то связаны друг с другом? Или это вообще что-то разное? Вы знаете, микромир всегда есть некая вещь, которая немножко упрощена. Мы говорим ему, здесь можешь подвигать, это будет такой физический мир, ты понимаешь, мы тебе сразу расскажем, какие там условия. Метавселенная, черт его знает, что там внутри, мы там правила не очень про нее понимаем. Значит, микромир, точнее, микромир – это микрометавселенная, я понял. Спасибо. Тогда передаю слово Ольге Вениаминовне про компьютерные игры. Пожалуйста. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Евгений Дмитриевич. У меня всего два слайда, поэтому про них и поговорим. Но, видимо, я немножечко тоже выйду за тайминг, потому что я всем могу отозваться, кто до меня выступал. Вот. Арине предложить посотрудничать, потому что сейчас я как раз с философами занимаюсь вопросами искусственного интеллекта. Очень любопытно оказалось вот так вот. Мне кажется, я научно выросла над собой и дошла до вопроса философии. Использование как раз искусственного интеллекта. Ну, в общем, про образовательные среды, наверное, тоже. И, в общем-то, как раз сейчас я жизнь довела меня до того, чтобы осмысливать, каким образом можно другие синтетические миры, опыт индустрии компьютерных игр адаптировать к образовательным программным продуктам. Потому что, как бы мы ни хотели про это не помнить, но все, о чем мы сегодня разговариваем, это программы. И генеративный искусственный интеллект абсолютно не страшен, когда отсутствует компьютер. Поэтому приходится вот эту рамку все время держать в уме. Итак, ну, поскольку у меня есть некая тема про компьютерные игры, этику и эстетику, то я начну, конечно, с красивого слайда, он мне очень нравится. Потому что содержит в себе все самое прекрасное, о чем мы сегодня успели поговорить. Во-первых, это нейронная сеть, которая сама умеет создавать конструкции в игре Minecraft. И, во-вторых, это, ну, по сути, это же нейросеть, но как бы запущенная в обратном направлении, то есть которая позволяет также генерировать, позволяет нам оценивать, что игроки в Minecraft создали в этом синтетическом мире. Собственно говоря, особенность всех этих миров, она как раз полностью, в полной их подконтрольности. То есть когда у нас есть цифровое пространство, мы про него все знаем. И самое
в общем-то, да, простая задача, она сложна только с точки зрения вычисления тех алгоритмов, которые там используются, моделей, это научиться вот это действительно создавать или распознавать. А вот самая тяжелая задача, ну, это на мой вкус, это понимать того, кто находится перед монитором. И вот здесь вопрос применения искусственного интеллекта, в общем-то, напрямую выводит нас на и этику, и право, и прочие социальные вещи. Готовясь к нашей встрече, я обнаружила замечательную статью. Жалко, что автор к нам не пришла. В принципе, ей было бы о чем с нами поговорить, причем еще 3 года назад. Замечательный у нее посыл, что, ну, data-driven development сейчас проникает во все сферы жизни, ну, то есть мы тоже очень любим все, основываясь на данных, проектировать свои системы, ну, в первую очередь, конечно, для того, чтобы они лучше продавались и больше денег приносили. И, в общем-то, пока это будет оставаться приматом бизнеса, то, естественно, все остальные вопросы этики и эстетики, они будут вторичными. По крайней мере, наш опыт с вами жизненный и общечеловеческий это пока подтверждает. Что касается как раз студентов-программистов, то поскольку у нас был Stack Overflow, то Stack Overflow Driven Development – это тоже очень популярная парадигма. Им даже не нужен генеративный интеллект. Итак. Значит, для того, чтобы, в принципе, у нас искусственный интеллект хоть какой-то появился, нам нужно каким-то образом насобирать себе данных и применить некие модели, реализованные на этих данных. И, в общем-то, после этого жизнь становится прекрасной, удивительной и приносит играм ну, массу позитивных эффектов. И в данном случае это, конечно, с точки зрения продуктовой оценивается как повышение монетизации и подстройка контента. И вот все, о чем нам любезно рассказал Александр Юрьевич, мне не надо пересказывать, оно здесь проявляется. Но, как ни странно, вот коллеги-исследователи как-то вот так просто озвучили этот простой вопрос, что вообще-то есть еще негативные эффекты. И они очень занятные, потому что, в общем-то, лежат очень часто в плоскости не разработки, не искусственного интеллекта, а в социальном плоскости. И негативные социальные эффекты, которые возникают, оказываются иногда связанными не с тем, что студенты нагенерировали контент, а с тем, как мы собрали данные о них, и какие алгоритмы на эти данных запустили. Потому что именно эти алгоритмы, например, позволяют нам изучать наших пользователей, классифицировать и кластеризовывать их. И, как ни странно, именно вот это клеймо принадлежности к некой группе, как вы понимаете, социально приводит к не очень хорошему эффекту неравенства, сегрегации и вообще там всяким жутким словам. И вот таким образом мы даже, в принципе, можем создать искусственно некие маргинальные группы абсолютно живых людей, которые сидят перед монитором, а не которые там натырили в чат GPT что-то. И вот тут мне очень понравилась, в принципе, сама идея. И в этой работе, вот еще несколько я нашла, они сходятся на парадоксальном выводе. То есть мы порождаем неравенство на выходе за счет того, что устроили равенство на входе. Ну, нейромодель, она, в общем-то, не думает про нас, как про личностей там, каких-то, там, кто обидится может. Это вы как преподаватель, и я как преподаватель там, спрашиваю, вы будете плакать, если я ведомость вывешу на всех, на Google там, или на Яндекс? Они мне говорят, не будем плакать. Ну, хорошо. А кто-то будет расстраиваться, будет говорить, что мне не нравится, когда его публичные оценки где-то вывешены. Когда алгоритм работает с данными, тем более с обобщенными данными, то есть с какими угодно данными, он вообще как бы не думает про этих людей. Для него там люди не существуют. И отсюда произрастают как раз вот эти негативные эффекты, в общем-то, не со зла, а потому что так работает система. И в итоге мы приходим к тому,
что для того, чтобы не допустить негативный эффект на выходе, большинство сейчас вот исследователей, которые в этой теме находятся, говорят, что надо допустить неравенство на входе. Я небольшой специалист по инклюзии, да, и вот по всей вот этой истории, но мне кажется, коллеги, что это было бы интересно обсудить. Спасибо большое. Действительно. Ну, такой серьезный вопрос. Во-первых, хотел сказать, да, еще раз спасибо. И, Ольга, то, что вы сказали про то, что со всеми хочется поговорить поподробнее и подольше, абсолютно согласен. Мы для этого и устраиваем подобные конференции. И я рад, что мы так совместно законнектились. И вообще хотел сказать, что мы большие молодцы, мы обсудили этику, и эстетику, и право, и в будущее заглянули, и жуткие вещи рассмотрели, и добрые, и косты снизили. Все, вообще мы молодцы. Я, ввиду того, что нас уже прогоняют из этой нашей чудесной фиолетовой сессии, хотел бы закончить на том, чтобы каждый подумал на следующую тему. Вот вчера появилась новость, что президент OpenAI, который, кстати, разработчик ChatGPT, Грег Брокман, он встречался с премьер-министром Израиля, и он там высказал мысль о том, что к 2029 году появится общий искусственный интеллект, который достигнет уровня человеческого, а затем намного превысит его. А в 30-м году эволюция нашего вида сделает очередной шаг вперед, и человечество, и искусственный интеллект сольются. Вот такая интересная мысль. Было бы здорово даже посмотреть, что же там будет. И нужно, мне кажется, договориться, как со всем этим работать. Крайне рад был всех вас увидеть и очень надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем большое спасибо. Спасибо всем. Спасибо, было очень интересно. Спасибо. Очень. Спасибо. До свидания. Спасибо. Счастливо.